Силовики накрыли очередной незаконный бизнес по вырубке леса. Пилили и рубили в Селижаровском районе области. Выбирали хвойную, деловую древесину. Уничтоженного леса хватило на возбуждение уголовного дела. Часть 3 статьи 260 Уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору». Ущерб Осташковскому городскому округу, нанесенный черными лесорубами, составил почти 3 миллиона рублей. Вырубка леса. Нам дали участок, сказали пилить, скуба 350 рублей. Все. Браконьерский бизнес был поставлен на поток. Задействовался целый автопарк спецтехники, грузовики для перевозки, трактора. Все делалось оперативно, чтобы успеть. Для этого применялась самая современная техника, а в лесу проложили многокилометровые автодороги. Заготовленная древесина по этим дорогам увозилась в Кувшиновский и Торжокский районы, где и продавалась. Ну, у нас есть работодатели. Кто? Овшан зовут. Как? Овшан. Овшан? Работало несколько бригад, и это зафиксировано силовиками. По нашим данным, в рамках расследования уголовного дела полиция допросила более 10 свидетелей. Один из них – кувшиновский предприниматель Авшан Гусейнов, который мог быть причастен к организации незаконного бизнеса. Меня отправил Авшан туда. Документы все у него. Мы следим за ходом расследования этого громкого уголовного дела. Если вы располагаете информацией, которая поможет следствию, обращайтесь в программу «Патрульная служба». Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 человек, 6 из которых совершали преступления в составе организованной группы, остальные в составе группы лиц по предварительному сговору. Речь идет о кражах с территории вагоностроительного завода. По версии следствия, в период с июня 2018 года по январь 2019 года была создана организованная преступная группа, специализирующаяся на тайном хищении имущества с территории ОАО «Тверской вагоностроительный завод», в состав которой вошли 6 обвиняемых. Остальные действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с участниками организованной группы. С января 2019 года по май 2020 года с территории названной организации было похищено товарно-материальных ценностей на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. В основном похищалась сварочная проволока, фибровые круги и другие расходные материалы. В мае 2020 года деятельность ОПГ пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются по разным частям статьи 158 «Кража». Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд города Твери для рассмотрения по существу.